Короче, Вадик, разруливай сам эту ситуацию. Ты меня понял? Все, отвали. Идем расслабимся, что ты? Слушай, исчезни, а. Ой, ты нервный, а. Давай уже сорвись, сорвись, сорвись. Отвали, а. Все, все, все. Если что, я рядышком. Ничего. Хватит напрягаться, а. Ну все равно сорвешься. Ну затяни меня разок. Слышь, иди в жопу, а. Реально достало меня. Ничего, ничего, я подожду. Жопу подла. Я стойкая. Пойдем, выйдем. Я тебя реально сейчас затушу. Все. Дмитрий, я поздравляю вас. Вы бросили курить, вот ваш миллион. И добро пожаловать в здоровый образ жизни. Можно я попрощаюсь? Только недолго. Прощай. Где гулял? Милый, я получила права! Классно же, классно! Классно же, классно! Милый, я готова, поехали. Чур, я за рулем. Слушай, а тут такое дело. Правое колесо стало крутиться в другую сторону. Прикинь. А что такое бывает? Да я сам в шоке, я не могу подвергать машин тебя опасности. Мы завтра утром просыпаемся, едем по моим делам, и я буду за рулем. Моя девочка, никому тебя не отдам. Особенно этой безумной женщине. Милая, я очень люблю тебя. Я очень люблю свою машину. Ты это прекрасно знаешь. Вы мне очень дороги. Но я переступил через себя и решил подарить тебе второй ключ от своей машины. Молодой человек, помогите, пожалуйста. Что случилось? Я машину что-то не могу открыть. Помогите, пожалуйста. Глупышка. Думала, я ей свой автомобиль отдам. Так это ж брелок. Дима! Упс. Мне, походу, пизда. Ну что, собираться-то будем? Что такое? Слушай, у тебя меньше морщин было в том году. Чего? Вон, забей. У тебя что, усы? В смысле? Ал, тебе твоя прическа нравится? Да. А что такое? Да, я ничего, просто. Ал, давай только брови нормально накрасишь, а не как вчера, окей? С чего ты решила, что тебе эта помада идет? А что, не идет, что ли? Ну, это ты сказала, не я. А знаешь, Дим, когда мы познакомились, ты в постели был лучше. А ты моложе. Ты что, хочешь сказать, что я старая, что ли? Ну, это ты сказала, не я. Я старая! Я что-то, походу, переборщил. В общем, ребята, я с места события. В общем, когда пожалуйста. Пришел? Она безжалостно. Долбил безжалостно курочку. Избивает, не долбит, избивает курочку. Дай попробую. Чё. Убери свои руки, блин. Господи, как меня бесит, когда мужики жрут со стола, еще чуть приготовлено. Смотри, сметаночка. Тыщ, сюда. А что ты готовишь? Я взял чеснок. Вот, чеснок. По каким рецептам-то? Откуда вообще все это? Самое главное, не выводить женщину на кухне. О, выглядит аппетитно. Убери свои руки. Как будто что-то понимает. А можешь яички принести? И взбить. А! Сейчас я буду взбивать яички. И выкладываем вот эту вот штучку намешанную на курочку. И накладываем сверху еще курочку. Так. Суем это в яичко. А потом купаем сухаря. Кушать, жрать хочу. Кушать, жрать хочу. Замки! Ал, я точно не отравлю? Точно. Обещаешь всем? Мясо обычно ужаривается, у него поднимается. Ребят, мне страшно. А, помните, наша соседка сперла наш макбук? Ага, не сперла, а с***ла. Вот, мы ее поймали. Лариса! Я не Лариса. Я! Где макбук? Я буду говорить только в присутствии адвоката. Вот клянусь, не хотел ее бить. Хорошо уговорили. Где макбук? В общем, я вам все расскажу, но в это невозможно поверить. Сказочница гребаная. Они среди нас. Че ты гонишь? А что мне вам сказать, что сначала я сидела у вас, а потом спи у меня? Да, так и нужно было сказать. Ладно, ладно, ладушка, всякое бывает. Не, ну мы люди все-таки, жалко стало. Да хрен с этим макбуком, что ж вы не люди, что ли, а? О, макбук продался. Она опять заебала? Че? Ну и как вы думаете, что мы с ней сделаем? Чего ты, че? Короче, попросила тетку Дима рассказать яркий момент из его детства. А маленький-то когда был, господи, обрезание делать. Пипиську-то как хернули ему. Ой, чересчур много отрезали.
Да нет, немного. Да? Тебя немного? Это только начало ее рассказа. А до 10 лет ты только в платьях бегал? Наденется, значит, и бегать. Визжит, как девчонка. А я и думаю, что мои платья по швам пошли. Димка, жопа к стенке. Жопой что? А до 16 лет, да господи, это у него анурез этот был. И ссался в постель глав каждый день. Дима, скажи честно, ты ссышь кровать? Да 100 раз тебе говорил, это кот. А в 11 классе это самый влюбился. Сережа, думали, вообще не женится. Ну вот, женился. А, ну да. Сиська-то нет у тебя на пацана похожая. Ну вот, я себе кое-что узнала. Так тебе можно и на пляже, и без лифчика в трусах купаться. Это пиздец, товарищи. Мама Люба, давай, давай, давай. Офигеть, что я придумала. Смотри, впереди 8 марта, 14 февраля, 23 февраля. Давай договоримся, что ты мне ничего не даришь, и я тебе ничего не дарю. Ну окей, а то всю бошку себе сломал, что тебе дарить. В смысле окей? Я тебе это специально сказала, чтобы ты мне что-нибудь особенное подарил. Так дарить тебе или нет? Нет, уже ничего не надо. Ну окей. В смысле окей? Вот видишь, ты меня не любишь, ты меня не любишь. Муж, как круто, как круто. Спасибо тебе большое за такой подарок. Круто. А где мой? Подожди, мы договорились, что никто никому ничего не дарит. Окей, классно, супер. Ты знаешь, я вот эту ситуацию предусмотрел и сам себе купил подарок. И, кстати, 8 марта у нас впереди. Вот там и отыграешь. Дима, подожди. Подожди. У меня есть подарок. Где? Это я подарок. Не прокатило. А я на 23 февраля тебе носки подарю. Ношеные. Слезы твои не помогут. Ладно, иди сюда. Отличный магазин, сейчас будем твои завтраки собирать. Какие завтраки? Которыми ты меня кормишь каждый день. Это зачем? А кто у нас каждый день обещает повесить картину завтра? Это зачем? А кто обещает сделать душ завтра? Несколько месяцев подряд, а? Как ее не взять? Ти-дин! Это зачем? Это чтобы мою маму не забывала с вокзала встречать. Смотри, какая милая божья коровка. Чё это вообще? Я не знаю, но хочу, чтобы она у нас была. Как ты сюда залезла, а? Я чуть не умерла. Это самый лучший день Святого Валентина. Правда, милый? Да! Ай! Надо просто все вовремя делать. От меня. Господи, дай мне мужчину вот с таким вот сердцем. Что случилось, дистрофик мой? Ваш сын хочет завести вторую жену. Лакхан! Мама, что случилось? Мой сын, ты охренел жениться второй раз? Ну, я все решил для себя. Тогда я тоже выберу жениха. Я поддерживаю. Ну и кого ты выберешь? Вот его. Детка, я согласен. Мне кажется, ты охренел. И я пас. Тогда он. У него еще писюн не вырос. А может быть я? Но ты, скотина, сам напросился. Сейчас я тебя втащу. Лохан! Все равно я женюсь второй раз. Мое сердце разбито. Я придумала кое-что. Что? Что-то не то. Кажется, с креветками, конечно, переборщила. Продолжение следует. Господи, что ты орешь? У меня все лицо в прыщах. Я ничего не вижу. А я себе новые уги купила. Как тебе? Фу, отстой. Почему? Как тебе мои новые сапожки, мальчик? А? Дядь Федь, вы что ли? Девочка. Не вынуждай меня уничтожить тебя. Ал, ты чё, Дарт Вейдер? Кто? Да, Евгений Константинович. Понял. Понял, будет выполнено. По-любому какую-то сучку переименовал. Слышь ты, сучка, ты как была сучкой, так сучкой и останешься. Эй, чепушила, я твой рот разорву! Дима, нам нужно купить билеты в другую страну!